Итак, в ноябрьский гололед за 3 дня до начала календарного лета природа весьма сурово напомнила, что мы живем на крайнем севере. И сюрпризы со знаком минус, это что касается температуры воздуха, вполне возможны. Так, сегодня в первой половине дня термометры показывали 2 градуса ниже нуля, а порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Автомобилисты, которые уже переобули машины в летнюю резину, отчаянно штурмовали подъемы на дорогах, а пешеходы балансировали на тротуарах. По информации синоптиков, к первым числам лета в ноябрьске, если и потеплеет, то ненамного. В ближайшие дни нам обещают максимум +5, но опять же с ветром, а ночами даже до -2.